И снова здравствуйте, всем привет! Давайте в этом ролике рассмотрим, как перенести анимацию с одного персонажа на другой. У меня новый именно скринкаст-кей. Выглядит он вот таким вот образом. Здесь настройки font size, это значит размер шрифта. Так, нажимаем какой-нибудь шрифт V и вот можем буквы уменьшать, прибавлять. Следом, значит, перенос ту или иную точку. И маус, вот размер мышки. Хоть вот до такого вот можно делать. Прикольно. Вот так, думаю, вам будет виднее. Информация взята именно вот с этого канала общительный Джонни. Перенос данных с одного объекта на другой. Ну и давайте посмотрим, как это работает на персонажах. Забрасываем сюда, значит, импорт. Персонаж FBX из миксама T-позу. Сейчас немножко подождать. С помощью MOV переносим его в бок. Итак, вот на этом риге у нас нет анимации. А на этом риге у нас анимация. Представим, что это два разных персонажа, но с одними и теми же костями, с одним и тем же названием. Итак, name, вот название у персонажей костей подписаны, это миксамовские. И когда вы будете переносить именно анимацию, то названия должны быть именно у каждой косточки идентичны. Использовать можно свой риг со своей анимацией, допустим, или вот с миксама. Но тогда нужно все это импортировать на миксамовский риг с надписями, идентичными каждой косточке. Итак, выбираем кости персонажа левой кнопкой мыши. Через Shift зажатой левой кнопкой мыши выбираем кости персонажа с анимацией. Жмем сочетание клавиш Ctrl-L и находим Link Animation Date Bands. Вот теперь у нас два персонажа с одинаковой анимацией. Вот такая штука. Вот такая информация. Все, всем пока, до свидания.